Кать, ты что, кончала? Бывает иногда. Хотя чаще симулирую. Да я... Институт какой заканчивала? А, я этот, как его, МГУ, журфак. Вот из всего этого могу поверить только факт. Зачем врешь мне? Ну что я вру-то? Посмотрите, он у меня в личном деле диплом. Мытищинский городской университет. Обалдеть. У вас тут в дипломе даже слово «университет» с ошибкой написано. Мытищи. Я вообще-то боюсь кино. Застарелая психологическая травма. Это как? В детстве посмотрела «Приключения электроника». А потом Леха Захаров из нашего класса говорит такой: «Я электроник, я механический весь». Я такая: «Чем докажешь?» А он такой: «Хочешь, болт покажу?» От молодой красивой актрисы меньше всего ждут каких-то оценочных вещей, в смысле, вот если бы я была режиссером. Но тем не менее, если бы вы были режиссером, вот конкретно эта картина, ну, обстоятельства так сложились бы, что вот Борис бы на неделю уехал, попросил бы вас по неделю пролить, что бы вы сделали? Было бы круче кино. В этой картине. В этой картине? Да. О, боже, какой вопрос. Да. Можете не отвечать. Вы знаете, мне кажется, ну вот, что бы я делала, да. Я бы всех достала, я бы старалась, я бы что-нибудь придумала и всех доставала, чтобы все вот прям вот как вот Саша сказал, чтобы прям еще нет, плохо, еще. А потом поняла, что, может, не надо все-таки это все, но это, да. Вот так бы я не знаю, что бы я сделала, но вот вела бы я себя точно так же. Я поняла бы, что это такая, я сказала, это не мое, да. Нет, это не мое. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24». Так неловко, но если бы я знала, что тебе Егор предложение сделал, я бы с ним никогда, честное слово. А вы вот 5 сентября приходили и что говорили, помните, нет? Что вам все надоело, что вам ничего не нужно? Вы вообще адекватный человек? Я адекватный. Люди хотят, и что? И все. Я никуда не уйду. Как-то вы никуда не уйдете, когда вы уйдете. Нет. Вы уйдете, значит, суд. Ты уже, Антон, у нас 100 тысяч украл. Это из-за этих денег меня пытает этот псих, да? У меня нет 100 тысяч. Я ребеночка, что вы слышите? Я ребеночка, что от Антона. У тебя есть дети? Нет. А что? Ну, я бы чуть думал, что есть. Ну, это я морально просто готова уже. Очень уже готова. Вот я лет с 25 прям так себе и сказала. Вот если я до 30 никого не найду, то просто рожу для себя и все. Ну вот, просто главное забеременеть, а дальше уже, как говорится, дело наживное. Свет, я поверить не могу. Зачем ты к нему поперлась? Я думала, я его как-то уговорю. Ну, я возьму всю вину на себя и повлияю чисто по-женски. Ты повлияла по-женски, уже повлияла. Год назад в кустах. Дружить потихонечку и капать ему на мозги. Вот так потихонечку, вот так вот. Кап-кап. Света, ты можешь помолчать?